Всем привет, это мой супер оригинальный влог оригинальных мыслей. Я всего лишь хотел сказать, что я сейчас нахожусь в Москве. Вы можете увидеть нашу любимую Москву, реку, высотки, кораблики плавают. В общем, ничего удивительного, ничего специального. Вот, сижу тут, отдыхаю, уехал, так сказать, немножко солнце повидать, вот, потому что в Питере солнца мало, в Дубне тоже. Ну, в общем, ничего необычного. Вот, спасибо вам за то, что были со мной. Подписывайтесь, ставьте лайк. Я жду миллионов просмотров на следующем видео. Но не на этом, наверное. На этом всего лишь 100 тысяч. Пока!